Производство газовых турбин, создание ткани из микроволокна, выпуск тротуарной плитки. Сегодня в Доме правительства презентовали проекты на президиуме Инвестиционного совета республики. Провел его Рустам Миниханов. Некоторые идеи представлены на принципах государственно-частного партнерства. Общественные слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане назначены на 28 июня. Встречи пройдут на 5 площадках. Соответствующее постановление главы Осиновского сельского поселения появилось сегодня. Время начала слушаний – 15 часов. Легендарные голы, футбольные курьезы и необыкновенные судьбы. Спортивный комментатор Георгий Черданцев презентовал казанцам свою новую книгу «История чемпионатов мира». Такой антологии самых ярких страниц почти векового существования турнира автор хочет приблизить россиян к мировому событию.